Тем временем полиция завершила расследование уголовного дела по нарко-ОПГ. По версии следствия, подозреваемые сбывали крупные партии запретных веществ через интернет. Подробнее расскажет начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области Марина Кокуева. Марина, здравствуйте. Вам слово. Павел, здравствуйте. Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении 9 участников организованной группы, занимавшихся сбытом наркотических средств на территории Ярославской области. В ходе предварительного следствия установлено, что на территории региона была организована доставка крупных оптовых партий наркотиков. Далее путем оборудования тайников наркотические средства передавались наркопотребителям. Участники группы не были знакомы друг с другом, действовали с учетом строгих мер конспирации. В ходе оперативных мероприятий по пресечению преступной деятельности из незаконного оборота было изъято более 145 граммов наркотических средств. Следствием доказана причастность членов организованной группы к совершению 17 преступлений. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.